Огромная зеленая благоустроенная территория, два просторных современных корпуса, профессиональные педагоги и курс на всестороннее развитие. Всем этим может похвастаться детский сад номер 22 «Город детства», что в поселке Дрожино. У нас порядка 16 образовательных услуг дополнительно, которые мы представляем в детском саду. И их посещают дети, которые посещают наш детский сад. Мы начинаем от физического развития, заканчивая интеллектуальным, робототехникой. То есть у нас есть все для этого условия. Воспитанники города детства учатся рисовать и создавать предметы декоративно-прикладного творчества, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. Большое внимание здесь уделяется заботе о здоровье и физическому развитию детей. Для этого созданы все условия. Имеются несколько физкультурных залов, бассейн и большая спортивная площадка. Также реализуется проект «Азбука здоровья». Это здоровьесберегающий проект, где задействованы у нас и родители, и воспитатели, и дети. Приуроченные ко дням здоровья, к неделям здоровья. Мы проводим степ-аэробику, где дети развиваются эмоционально, интеллектуально. Футбол – вид спорта, который многосторонне способствует развитию психического состояния личности. Не менее важно для сотрудников города детства и укрепление психоэмоционального здоровья воспитанников. В кабинете психолога работают как с группами, так и индивидуально с ребятами, у которых есть трудности с общением и поведением. Здесь сенсорный кабинет. Мы занимаемся развивающими занятиями. Наш детский сад посещают дети с УВЗ и инвалиды. В нашем детском саду работает служба психолого-педагогического сопровождения, учитель-логопед, педагог-психолог и инструктор по физической культуре. Также в сенсорном кабинете проводится занятие кружка «Волшебная комната», которые развивают память, внимание и мышление. Ребята каждый день идут в любимый детский сад, как на праздник. Мы же тут спим, играем, танцуем, поем, делаем все. И мне нравится тем, какие тут воспитатели добрые и милые. Там есть мои друзья, и они очень хорошие и добрые. Там есть воспитательницы, и они нас учат, чтобы мы в школе были готовы, и чтобы в школе были одни пятерки. Недавно детский сад стал победителем во всероссийском смотре конкурса «Детский сад. Мир заботы, любви и внимания». И, побывав в городе детства, с мнением жюри нам сложно не согласиться. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.